Station. Commander. Huh? What do we do next? Next? Hey, we can't just sit around here doing nothing. We all want to be doing something, anything, but we don't have any clue where to go next. We don't even know what Nevik is up to, or what Yuri is up to. There is still one lead available. This place might be worth checking out. These are the canyons. Right. We passed through these canyons before. But there's also a subterranean area down below. Huh? What do you mean? Well, depending on the filters you lay on it, a map can reveal more than it does at first glance. And right here, it's well hidden, but there's a sizable thermal energy deposit in the lower canyon area. A deposit? 5 years ago, a processing plant down there was shut down and abandoned for some reason. There's enough thermal energy there to supply Nevik for years. If it's been left untouched this whole time, it'd provide a good jumpstart for the Frontier Project. It's just a hunch. But if your hunch is right... Wayne, let's check it out. Yeah. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет. Меня зовут Ведьмак, продолжим играть в Lost Planet. Оно же Extreme Conditions, только Conditions у нас изменились с экстремально холодных на экстремально горячие, судя по всему. Какие-то местные КамАЗы тут стоят. Кто там орёт? Кому не имётся, нихера. Ещё за зелёной дрянью не стреляет меня. Это биопушка из Fallout'а? Снег гамма-пушка. Ничего, он сиганул. Безумец. А вы скажите, пожалуйста, где учились стрелять-то? В Академии штурмовиков? Угу, понятно. Это что было? И откуда это прилетело? А. Есть подозрение, что это не поможет, да? Ок. Нахер эти ракетные башни. Не знаю, что они могут мне повредить. Вроде они по мне вообще не попадают. Так, надо не забывать, что... Как бы надо идти. Идти надо как бы. Что-то все взрывается к фигам. Чуваки, это нормально, что у вас все взрывается? Ау, вот это было сейчас обидно. Твали, козел. Да, ну все, началось. Сейчас меня будут сбивать с ног. Куда идти-то? А, тут проход есть, да? Окей. Погодите, не взрывайте все там, ну. Оставьте мне что-нибудь целое. Я офигею. Мне больно. Беги, придурок. Какой-то олененосец стреляет из гранатомета. Я хер его знает, зачем он так делает. Надо его убить. Он просто не уймется. Блин, у них головы такие твердые. Не пробиваются. Эк. Это бомблю я или бомбят меня? Шо, вы не уйметесь никак.
Господа. Господа, зачем мы так? Ведь мы же ничего друг другу не должны. Я думал, летит уже в меня. Если честно, попрощался уже со своей жизнью. Но, как оказалось, это не в меня. Минус. Минус башня. Минус вторая башня. Эк. Сейчас поэтому будем стрелять. Короче, мы залезли куда-то в вулкан. Что-то какие-то здесь залежи энергии не век. И вот это все. И нам надо бы вот эту хрень сломать. Чтобы залутать. А что с нее ничего не выпало? Там лежала снайперская винтовка. Да, не густо. Не густо добавляет. Надо срочно активировать эту хрень. Меня уже начало дамажить. Слишком долго я здесь ковырялся. Промедление стоит жизни. Так. Эта штука, конечно, неплоха. Но мне нужна другая. Мне нужна другая. Минус. Кто это делает? Бляха-муха. Чего ж вы меня окружили-то со всех сторон? Ща погодь. Главное не словить ракету лицом. Я надеюсь, минус? Нет. А, черт узнает, видимо, она сломалась, но визуально это никак на ней не отрасти. Блин, что-то много врагов. Как же так-то? В шутере и много врагов. Кто ж так делает шутеры-то? Здрасте, ребят. Ах ты. Конченый мракобес. Нехороший человек. Подожди, перезаряжаю. Но все. У меня больше нечем его унижать. И у меня заканчивается энергия. По-моему, я сейчас отъеду, да? Надо срочно что-то с этим всем делать. Не стреляй в меня. Лови. Я добросил, не? Не надо. По-моему, она по нему вообще не попадает. Так, ой-ой-ой. Чуваки мне напоминают каких-то чужих в этих странных шлемах загнутых. Но снайперка оружие по-прежнему топовое против людей. У него вообще, кстати, вообще нет никакой отдачи, ничего. Надо только не попасться на выстрелы роботов. И все будет хорошо. Я надеюсь, что робот тоже взорвется. Но нет. Так, ну, вниз давайте. Давайте вниз быстрее. Так, еще один живой человек остался, к сожалению. Нет, не один. Он еще и с гранатометом, да? Нет? Вот гранатомет. Сука, ну ты ему день. Блин, долго что-то я возился. Ой, как начинать сначала? Ну это пошло. Это пошло, ребят. Так делать. Ни хера не вижу. Берем энергию и валим. Я спрятался. Так это ж ты кидаешь?
Хватит стрелять с гранатомета. Ого. Как будто Рембо. Блин, словил лицом ракету все-таки. Мне нужен гранатомет. Возьми его, пожалуйста. Нахер ушел? Да читин надо. Узбагойзи. Так, не вижу ни хрена. Я бомбанул ее, не? Так, минус. Минус. Лови. Давайте поэффективнее немножко, поэффективнее воюем. А то так потратил все полимеры. Черт знает на что. Жамкаю, жамкаю. Жамкаю как могу. Спасибо. Надо должно быть еще там, по-моему, патроны для гранатомета где-то. Нет? Показалось, он лежит тут. Так, давайте мы залутаем еще вот эти штуки. Ну, по крайней мере, все, что в них осталось, залутаем. Там неплохо, в принципе, осталось так-то. Теперь у нас есть два выстрела из гранатомета. Мне показалось, кто-то говорил со мной. Так, снайперку мы возьмем сейчас и отстреляем мудаков. Воу-воу-воу-воу, полегче. Ждем, пока дым рассеется. Я не знаю, куда улетела моя ракета. Но явно не туда, куда надо. И по мне попали, да? Плохо. Так, пока возьмем снайперку и отстреляем говноедов, которые что-то от меня хотят. Черт знает чего. Так, плохо, что гранатомета больше нет. Мне нечем снести эти башни. Пардон. Так, прошу прощения. Не дадут мне стрелять сейчас, да? Они будут мне засирать все дымом или стрелять мне ракетами, я понял. Твари. Что делать? Давайте попробуем издалека зайти как-нибудь. Потому что это невозможно. В таких условиях работать. Я бесполезно. Они только видят меня, сразу летит ракета. Что-то мехов до хера. А где мой-то мех? Судя по тому, что там оружие лежат внизу, его где-то можно взять. Но вот где? Это типа все вражеские. И они меня сейчас завалят так. Я застрелил пилота. А мех остался, кстати говоря. Может попробовать до него добежать. Блин, я думал, сейчас убьюсь нафиг. Все взрывается. А мы пытаемся добежать. Я не понял, он вылетел из кабины, но не умер? Что за херня? Так, ну началось. Дрочь взрывами. Залазь. А, ему нехорошо, этому меху. К сожалению. Ёпта, у меня полетело сразу. Подожди. Так. Он упал или умер? Да, ну, упал просто. Тварь, играем, напоминаю, на самой высокой сложности, поэтому... Ну, тут действительно сложно бывает.
Точнее, не то, что тут действительно сложно, тут просто дамажат так, что охереешь, и... И вдобавок еще и... Бесит страшно. Я умру сейчас. У меня нет шансов сейчас победить. К сожалению. Да. Опять я... Очень странное место. Очень странное место. Так, подожди. Ну, блин, ну я почти добежал до этой лужи. Ну, как-то говно, а не место, честное слово. Как бы оружия нет, меха нет. Почему я всегда начинаю без меха? Я ведь каждую миссию начинаю с меха. Точнее, заканчиваю с меха, в смысле. Иду, воюю, поднимаю меха и начинаю сражаться уже на мехе. И тут внезапно, на начало каждой новой миссии, уже без него. Типа, он их теряет, что ли, чё? Задолбал уже, если честно. Так, все нахрен взрывается. Но ребята, к счастью, не очень меткие. А вот эти ребята почему-то охуительно меткие. Спасибо, что подбежали к этой херне поближе. Пидорасы. Я бы сказал, говноеды. Если бы мой персонаж мог разговаривать, он бы именно так и сказал. Так, ну чё, все очень плохо. Патронов мало. Нас убивают все время. Взрывается все к херам. Ясно, я понял, это была ошибка. Очень, очень большая ошибка. Нужно было сначала уничтожить эти сраные гранатометные башни. А уже потом пытаться что-то сделать с этим активатором. Так, я надеюсь, минус башни. А башни минус, но этого мало. Так, ну эта херня по мне не попадает, я не буду на нее сейчас тратиться. Я лучше башни снесу. Потому что башни что-то дрюкают, как твари. Я попал, интересно? Да. Минус башня. Фига, мимо головы просвистела ракета. Сука, ну ты мудак. Взял, выстрелил в упор. Дебил, дебил. Мистер дебилистер. Так. Минуснем наглых пацанов. Минуснем. Так, и надо сделать что-то с баш... Короче, надо куда-то пульнуть ракетой. Сука, ну ты говнюк. Уходим. Чтобы поджопник не прилетел. А-а-а, обоссысь. Обоссы меня Господь, блин. Так, этот раз я закончил здесь. Те, я же взял снайперку. Чё-то её не подобрал, козел. А ну взял. Говноед. Так, пойдем заберем остатки энергии с этих баков. Пробуем сейчас залезть на снайперскую вышку, может, мне это поможет. Отстрелять. Ой, или нет. Бля, новые уроды, сука. А что делать-то, блин, они меня просто раздрючивают со всех сторон. Как с этим бороться? Так, что будем делать? Как будем жить? Твари гнойные.
А, не, это бесполезно, меня тут трахнут таким макаром. Я хотел забрать... Энергию из этих баков хотел забрать. Чтобы уж потом дальше что-то делать. Пойдем куда-нибудь наверх, я не знаю. Где у нас... А что у нас тут со всех сторон стреляют? Шансов выжить, похоже, нет. Пилотов, к сожалению, в мехах победить не получится. Их не видно. Что делать-то? Мне нужен мех или гранатомет хотя бы. РПГ как... А, подожди. Я, кажется, допер. По-моему, мех будет внутри этого контейнера. Хотя надо сныкаться куда-нибудь и отстрелять людей, что ли, которые мне мешают. И снайперки. Вот сучка. Вот у него, кстати, может быть, РПГ выпадет, нет? Ни хера из него не выпало. Что-то там взорвалось. Пидорасное оружие, говна. Так, ну они прям в упор ко мне подошли. Ну действительно, чего бы нет, да? Честный поединок, шо пипец. Сука, ты ж промахнул. Чего ты в упор ко мне пришел? Ты охуел? Пиздец. Ну какое-то дебильное начало в этой миссии, честное слово. Почему я начинаю как бомж каждый раз, блин, на ногах своих? Дверь мне запили. Спасибо. Они даже сесть мне не дадут. А у меня уже энергии нет, потому что... Вся энергия потрачена на смерти. Вставай, олень. Нам нужна энергия с этой херни. Пиздос. О, боже, какая красота. Ну и меха уже разъебали, да? Я правильно понимаю? Ну, частично уже да. Ебани там им напоследок. Минус. Так, мне бы с этого меха, конечно, залутаться. Но все, поздно. Да-да-да, все взрывается, все меня дрочит. Очень... Отвали нахер. Блять, энергия исчезла, которую я хотел подобрать. Игра говно. Сделала со мной нехорошие вещи. Так, вот это подобрали хотя бы. Давай. Ебой. Ну все, сука, пизда вам. Мусье говноеды. Ты уебок. Так, кое-как я преодолел этот, сука, ебаный кризис. Давайте думать, что делать дальше. Так, говноед там сидит, но мы до него доберемся чуть попозже. Хотя ладно, чуть попозже, зачем? Давайте сядем в меха. Нельзя время, к сожалению, тратить на вообще попытки сделать как-то там оптимально, красиво и тому подобное. Нужно просто идти. Нужно просто садиться в меха. Даже просто нагибать. Других вариантов здесь вообще нет. Нужно постоянно быть в движении. Ну чё, сучонок? Лови торпеду.
Что-то он как-то слабо поймал. Ой, на Язату хорошо поймал. Да, он дес. Свалился вниз. Обожаю этих мобов. Я их своим оружием просто двигаю. Не дамажу их, а я их просто двигаю. Топ вообще. Так, этот отъехал, судя по всему, мех. Машинка не дропнет мне случаем немножко энергии. Так, пойдем. Активируем эту хреновину. Есть. Что-то по оружию вокруг. Да ладно, некогда особо рассусоливать. Надо идти с мехом. Подбирать оружие мехом. Там сейчас подзарядимся. А, мне нравится, как здесь враги падают в лаву и ничего не становится. То есть, плевать вообще. А это прям топ-1 вообще. Он стоит, быдло это, ему насрать. На всю вообще. Ты умрешь там, может? Нет? Не хочешь? Так, минус. А я, если упаду в лаву, мне кают. Ну, они, правда, не в лаве стояли. Тут я, наверное, погорячился, но... Ой-ой-ой. Мне... Было больно сейчас довольно. Неудачный прыжок. Заткни хлебало, я в курсе. Мне показалось, у меня что-то сверху прилетело. Так, там сидит еще... Одно. Не хочу на него ракету тратить. На мужичка этого. Пока соберем электроэнергию. На мехе или не на мехе, она нам нужна. Так, ну башню можно развалить даже при помощи пулемета. Что происходит? Типа там прыгаешь, пытаешься меня достать. Эй, парень, мы с тобой два попрыгунчика. Вот ты сучка. Ты, оказывается, с хоминг миссайлами, да? Я не знаю, где ты, но ты огребаешь. Все, кончились у меня рокет-лаунчеры, к сожалению. Ну ладно, типа мы преодолели этот кризис среднего возраста. Сука, там еще один мех. Он идет ко мне, падла. Придется убивать, я хотел активировать эту штуку. Получить побольше энергии. Видимо, чуть попозже. Но если я вообще выживу, потому что у меня довольно мало. А куда он делся? А, он лазит там. Типа он не при делах вообще. На него я смотрю, вот эти вот акридные враги внимания вообще не обращают, да? Он упал в лаву, но ему насрать, я уверен. Да, а он не в лаву упал, куда-то просто упал. Мне нравится, как анимация глючит у него. Когда по нему попадаешь. Прям как Devil May Cry, когда бьешь врага, он в воздухе зависает. Все, минус тварь. Пойдем активируем пымпочку. И уже будем думать, что делать дальше. Потому что этому меху тоже скоро капут придет. Зачем ты ударил ее? Она же обидится. Взорвется еще, не хватало этого. Эк. Плюс энергия. Я поплевать еще в какую сторону ходить, да? То есть ноги ходят в обе стороны одинаково, хорошо. Прикольно. Не замечал этого.
Так, тут у нас... Молодец. Спасибо, что сообщил. Теперь иди нахер. Нахер. Минус тварь. Да, с двух пулеметов, конечно, отстрел такой. Жесткий, скорострельность безумная. Нам туда, судя по всему. В дирдочку эту, но мех сюда, естественно, не пролезет. Ясно? Прощай, мех. Ты был мне как брат. Почему на старте миссии не дают мехи? Я не понимаю вообще этого. Это какая-то странная местная игровая логика, прям. Которому никакого объяснения нет. Джо это у нас новый братюня, короче. Который был сначала против нас, потом стал внезапно за нас. Так, это моя хрень. Блин, там лава течет, да? Мне надо вниз, я так понимаю. Херовая идея, очень херовая идея. Так, я поменяю, наверное, снайперку на гранатомет. Мне кажется, мы с людьми больше особо взаимодействовать не будем. Хотя, как знать. Давай вниз. Так, откуда вы лезете? Хер бы знал. О, танк. Ты чё, быдло? Так, 12 патронов для гранатомета, это уже неплохо. Так, баки мы залутать должны. Чё тебе надо? Они стреляют в меня, шеф. Что делать? Там где-то, видимо... Ага, вон, анусы. Эк, взорвался пукан, как у меня сегодня в God of War. Где-то там еще один, которого я, к сожалению, не вижу и не могу застрелить его. Оп, перепрыгнул, я боялся, что не перепрыгну уже. Эк, минус пукан. А шуточки, конечно, за 300 у меня, но, блин, они выглядят именно так. Как гигантские пуканы. Поехали. Ой, так. Где-то тут еще, по идее... Подожди. Ой, не-не-не-не-не, вот это я зря, конечно. Вот это я зря. Нафиг, нафиг. Где-то же... Ой. Ага, это спецатака, что ли, такая? Прикольно. Ха-ха. Норм. Нахер ушли? Там я вижу меха. Нужен ли он мне? Вот в чем вопрос. Наверное, мех ходячий будет поудобнее здесь, чем танк. Танк такой очень неповоротливый, и не везде применишь его оружие. Тем более он тратит энергию на выстрелы. Из-за своего плазменного пулемета. Плазмомета, точнее. Что не слишком круто. Чё дают? Шотган. Да не, пожалуй, мы обойдемся тем, что есть. Так, туда, наверное, смысла большого идти нет.
Может, мы просто их растопчем? А, здесь-то нужен танк, наверное, да? Здрасте. Не очень хорошо. Меня заперли. Типа, я ничего с ними сделать не могу. В коридоре, конечно, узком от них не особо увернешься. Но я вроде их всех поубивал. А, ясно. Говно разъебало мне весь мех. Вылез неизвестно откуда. Неизвестно, как меня поймал. Я не знаю, как его убивать. Он стоит ко мне, передо мне разворачивается. И что с ним делать, непонятно. И пока я его типа прессую, на ему плевать еще на взрывы. Блин, туда стал. Кончилось, к сожалению, у меня. Да блин, я не могу его убить. Ему просто плевать. Дебил. Я не знаю. Вот говно. Ты умрешь, может, не? Спасибо. Шотган возьми. Ой, муторный. Муторный мобец. Его смеха трудно убивать. Взорвалось, не? Не, походу, здесь нужен танк. Или, подожди, я пошел в другую сторону? Видимо, да. Осталась последняя ракета. Хотя нет, здесь можно пройти. Только у меня... Это была последняя ракета, точно. Хм, как я быстро их... Это что такое? Охерели, что ли? Возможно, придется идти потом за танком. Непонятно, что делать с этим полумеха. А, вот новый. Возьмем здесь энергию. И пойдем дальше. Все, прощай, мех, ты неплохо мне послужил, но, к сожалению, ты сломался. Так, слушай, а чё я залез-то в него? Мне нужен этот дробовик. Алло. Спасибо. Ясно, не хочешь ставить. Автомат там из-за... Ух уж эти, блин, дебильные залазения и вылазения из мехов и в мех. Спасибо. Все, теперь неплохо. Не страшно. Яйки. Минус яйки. Не поднимается оружие на такой угол. А чё это они исчезли?
Фига вас тут. И музыка такая, как, не знаю, нашествие чужих как будто бы происходит. Ну, практически так оно и есть. Чё-то меня надамажило. Интересно, если посчитать, сколько пуль я выпустил в этой игре, велико ли будет число? Хай. Шары смерти. Balls of Death. На вас даже особо, в принципе, дробовик-то смысла не тратить. Так главное не подпускать эти шары к себе. А то подлетит сверху и взорвет. Нифига не круто. Можем залезть наверх, там даже оружие какое-то лежит. Или не можем. У этого меха с прыжками не фонтан. Правда, там, судя по всему, в контейнере еще один мех сидит. Да. О, сука, вот это я понимаю. Топ. Мне нравятся эти мехи. Они крутые. Большие великанские человекоподобные роботы. Взял. Отвалили. 6. А, не густо. Сейчас мы оторвем от этого меха пулемет. Собака. Лась. Какое же говёное в этой игре управление, боже мой. Самое ужасное управление на свете, по-моему. Какое можно было вообще придумать в играх. Так, а это, этим мехом-то я наверх потом запрыгну? А, или мне не надо, в принципе? Подобрать. Пойдем дальше. Я не знаю, бляха, тварь. Ты чё, мразь? Посмотрим, там что-то буйствует еще вдобавок. Помимо того, что охерело, так еще и буйствует. Так плохо умирает. Просто капец. А жопа виляет туда-сюда. Да, уж тяжело с мобами, у которых только жопа уязвима. Который он постоянно от тебя отворачивает. Еще, блин, у меня еще так быстро энергия кончается. Плохо. Здесь чем? Танк. Не хочу танк. Танки неплохие, но... человекоподобный робот мне нравится. Им управлять легче. О, отвратительный улей. Так, пойдем, нажмем на парик. Вот вам не имется, да? Где-то там такое ощущение, что у них анус, из которого они лезут. Хотя, может, и нет. Может, они просто хорошо уворачивались. Да ласи, валим отсюда. Мы даже не будем их особо трогать. Все равно потрогали. Так, это похоже на арену битвы с боссом. Чего? Ого.
Фига там пришло. Охренеть, какая здоровенная дура. Ай-яй-яй. Попал прямо в меня. Минус нога. Падла. Мне нехорошо. Минус нога. Теперь он должен упасть, наверное. Да. И мы можем дамажить его сверху. Пока он не отрастит себе новое, скорее всего. Факт. Отращивает. Блин, не очень удобно, конечно. У меня кончились ракетницы. Я ведь могу стрелять по нему. Что со мной? Он мне, типа, что-то нехорошее сделал. Он меня сломал. Ну, теперь я умру, мне кажется. Он стреляет каким-то липким говном. Лучше бы я не делал того, что я сейчас сделал. Он явно заскриптован сюда кидать это липкое говно. Поэтому сейчас я умру. Там, конечно, есть один мех, до которого в теории я могу добежать. Чудо ебался, мразь. Че он делает? Я не вижу. Я просто не понимаю, что происходит, если честно. Минус нога. Может, я его и так убью. Пес его знает. Но он что-то творит какую-то безумную дичь уже. Какой в ноге я стрелял? По этой? Нихера он вертится. Ау! Вставай, вставай. У меня патроны сейчас кончатся. Ты какого хуя ты отрастил ногу, я не понял. Ну, это было не очень честно с твоей стороны. То есть, пока я убил ему вторую ногу, он первую отрастил. Зашибись. Попробую сесть он в того меха. Еще-то из него сделать. Но маловероятно. У меня патроны кончились. Ай-яй-яй-яй. Идите нахер. Минус нога. Минус нога. Что-то я очень херовую дамажу его, если честно. Но дамажу. Это заметно. Гребаный таракан. Все, залез обратно. Минус нога. Минус нога. Что-то взорвалось в меня. Сука, бесят. Мрази поганые. У меня патроны сейчас кончатся. Это большая проблема. Да, а это не те патроны, которые я ищу. И добить его, наверное, я не успею. Плохо. Можно, конечно, попытаться. А вот патроны. Так, еще есть? Есть.
хер ли он делает? Я ничего не вижу. Сука. Говно. Хватит меня бить, тварь. Ты умрешь первым, сучка. Минус. Нет, не минус. А, минус. Ей. Минус говно. Так и что, мы за этим сюда шли, да? Окей. Sure put us through a whole lot of trouble. Wayne, he's not here. What? When did he disappear? Nice try, but things like that will get you killed, brother. Bandero. I was curious. I had to see the latest harmonizer model for myself. Shut up! What a waste to give it to someone like you. There are far too many modified humans in this world for my taste. Said anything about killing them. Change of plans. On whose authority? Yours? Eisenberg's plan was to keep them distracted while he started up the frontier system. The warming would bring about the end of the Acrid and transform this into a green paradise. Then when they saw the result, they would come to see the light. The only green fields you'll be seeing are the Elysian variety. What? Seeing as how nothing will be left alive on this rock once the frontier system is set into motion, all this talk of heating the planet is only after all life has been exterminated. That can't be. Now. Harbingers of a new tomorrow. A message for us officers. I'll let you listen to this one. For 150 years, colonists have endured the unpredictable conditions of this planet. Endless battles against the mysterious Acrid, the Separatists who have formed the Snow Pirates and dog our every step with constant violence. But now, the Frontier System will deliver us from our tormentors. Clean energy will set it into motion and rid us of the Acrid and other unpleasant elements. Plaguing this world. The Acrid eradication will also provide a release of thermal energy that will serve to heat the atmosphere. Unpleasant elements. That must sting. While the system is running, we ask that you proceed to the orbital elevator and initiate the hibernation process. The facility there will protect you from the energy output by the system. Once the world has been terraformed, you will be the first to witness the verdant utopia that looks awaits. Good. Well, Rick? It looks like it'll do. Well, I'll make it do. In the end, this third of the colonial planets will be transformed into a paradise, welcoming colonists from our polluted home planet with open arms. The valuable resources lying untapped, hidden under layers of ice, will not only bring prosperity to Nevik, but to the human race. We are the pioneers exploring the wonders of this brave new world. Hey, you better be listening to this. It's time to proceed to the orbital elevator. Enjoy a pleasant rest. We will soon meet again, brave pioneers. Heard enough? We are near the time of our parting. Wayne, Joe, down!
sorry. It won't happen again. Feeling the effects. My memory loss is probably related to this. What? Basil filled me in. Thank you. I can understand you being upset. I'd be lying if I said I wasn't. But you were betrayed too. And I'm sorry you had to feel what we felt. Anyway, more than having trouble with forgiving you for dragging Wayne into that trap, I'm having trouble understanding why you did it. Anyway, it's all water under the bridge now. Yeah, I'll make it up to you somehow. I see. So that's what was going on. You believe me? Of course. Why wouldn't I? I could hardly believe it myself when I first heard it. Well, it's hard to swallow, but I trust you. Oh. Commander! What? We still have time. I'll guide you to the orbital elevator. Luca, can I have a moment with Joe? It's all right. What's with the serious face? I never knew that the Frontier system would eradicate all life on the planet when it was put into motion. I really only wanted to rid this world of the Acrid. Trust me. I believe you. You do? Now, how do we reach the elevator? Oh, yeah. There's a shortcut. It's the quickest route, but it'll take us straight through an Acrid hive. I know how the Acrid behave. I can guide us so that we avoid as many of them as possible. We're counting on you. First things first. Let's get through the hive. Once we're through, we can worry about the rest of the journey. Okay. Такие дела. О, доберитесь до орбитального подъемника по местности, кишащей акридами. Ну да, кто бы сомневался, по подземному комплексу, лежащему за ее пределами. Подъемный комплекс. Ладно, продолжим в следующей серии. А на сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. И всем пока.